Рядом со мной находятся Алексей и Татьяна, представители новосибирской компании «Радоград». И первый же вопрос. Могли бы вы, Татьяна, рассказать пару слов о вашей компании? Да, нашей компании уже 10 лет. Мы занимаемся производством продуктов здорового питания. Это кедровые орехи, это масла холодного отжима, ну, в том числе из кедрового ореха, из льняной семечки, тыквенное, кунжутное, конопляное, вот сейчас очень модное, масло из семян чиа. На выставке мы уже 4-й год. И какую продуктовую линейку вы привезли с собой на выставку? В этом году мы привезли новую продуктовую линейку. Это кедровые конфеты с натуральным премиальным шоколадом, с кедровым пралине. Это наша уникальная разработка. Ну и также представлен наш бренд для здорового питания, с которым мы уже вот 4-й год участвуем в Продэкспо. На каких торговых прилавках можно увидеть вашу продукцию? Конфеты кедрини представлены в ароматном мире. Это вот наш первый московский, да, в маркетплейсах, это Беру, Wildberries, Утконос. Озон также сейчас подписываем договор с Перекрестком. А вот сейчас мы находимся с вами на выставке Продэкспо. Скажите, каких уже достижений, результатов вы достигли вот за 4-й день прохождения выставки? Много ли контактов удалось наработать, собрать? Может, даже договора какие-то подписали? Похвастайтесь. Да, ну сейчас пока собрали визитки, обменялись вообще информацией, узнали, собрали интерес. Очень большой интерес у торговых сетей к продуктам здорового питания, как раз вот к интересной кондитерской группе, что-то необычное сети ищут. Да, визитки есть, но договоры так быстро не заключаются. Надеемся, что к следующему году уже придем с новыми клиентами на Продэкспо. И чтобы нас нашли крупные ритейл-сети и не только, скажите, где находится ваш павильон, чтобы прийти, попробовать и все увидеть своими глазами и потрогать руками. Второй павильон, 6-й зал. Спасибо вам огромное. Оставайтесь с нами. Спасибо.